Всем привет на канале Мосолип. Сегодня в работе Hyundai Elantra. Автомобиль уже разобрали. Поверхность подготовили к проклейке, все обезжирили. Посмотрим штатную шумоизоляцию автомобиля. Вот разобранный багажник. Голое крыло. Голая арка. То же самое внутри арочки. По этой стороне автомобиля голые, ни кусочка вибро, не говоря уже о шумоизоляции. Ну, немного вибро на полу багажника. Разобрали двери на автомобиле. То же самое. А нет, вот полоска вибро есть. Ну, минимально она, наверное, снимает вибрацию. На передней водительской двери вообще вибро нет, ни одного кусочка. Один металл. Будем все это исправлять, проклеивать. И обесшумливаем. Разобрали салон на автомобиле. Ну, в салоне, в принципе, так неплохо. Неплохо производитель. Проклеил вибро. Но мы все это дополним. Сделаем автомобиль более комфортным для передвижения. Приступаем к работе.